Это первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса. Сейчас он прибывает на станцию Апрелевка в Наро-Фоминске. По указу президента Владимира Путина, городской округ Пушкинский сегодня принимает 225 человек. А по распоряжению губернатора Московской области, прибывших людей на станции встречают главы подмосковных муниципалитетов. Добрались отлично. Мы довольны, сын Денис. Как мы добрались? Я Майна. Нормально все. Все хорошо. Расположение и обустройство людей, бежавших от войны, взял на личный контроль глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Для эвакуированных жителей создают комфортные условия. Их обеспечат всем необходимым. Мы встречаем их на автобусах. Организовано 5-разовое питание. Сейчас у нас чай, кофе, плюс медицинские сотрудники, плюс сотрудники МЧС. Все на месте, все ожидают прибытия наших граждан. Прибывшие жители Донбасса делятся своими эмоциями и переживаниями. У многих в ЛНР и ДНР остались родные, которые по разным причинам не смогли приехать в Россию. Везде с нами обходились очень хорошо, спасибо вам большое. А вы вместе с семьей приехали? Ну вот я с внучками двумя, а дети остались там. Я еду, вот две мои дочери, это мои внуки и старшая дочь. Это ребенок у меня под опекой еще. Благодарны, конечно, за то, что нас приняли. И в поезде нам все понравилось хорошо. И вагон был комфортабельный. Нас ухаживали за нами. Даже давление нам мерили, смотрели, как мы себя чувствуем. Ну, в принципе, все хорошо. Единственное, что сильно тяжело дорога. Руководство округа подчеркивает, сейчас главная задача – сделать все возможное, чтобы эвакуированные люди чувствовали себя комфортно, спокойно и удобно. Жителей Донбасса разместили в детском оздоровительном центре «Родник». Здесь их обеспечивают предметами личной гигиены, необходимой медицинской помощью и горячим питанием. Каждую семью размещают в отдельной комнате со всеми удобствами. Мы приняли очень хорошо. Ребят очень много, волонтеров, МЧСникам, всем вообще огромное-огромное спасибо. Спасибо Путину, что он нас принял. Мы счастливы, конечно, что с такой обстановки мы с тяжелой ушли, как бы уехали и нас приняли. Спасибо вам огромное. Всего в Подмосковье сегодня приехали 180 семей. Из 911 человек – 408 детей. Все они после завершения каникул пойдут в подмосковные школы. Об этом распорядился губернатор области. Кроме того, он поручил проработать вопрос с трудоустройством эвакуированных людей. Прибывшие жители Донбасса надеются, что смогут уже к лету вернуться домой. Иван Чинаев, Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа.